Сереж, ты вторую неделю тренируешься с главной командой. Как первые впечатления, как эмоции по этому поводу? Ну, конечно, приятно, когда из главной команды тренера замечают, как ты играешь в дубли, вот, и приглашают на тренировки. Ну, конечно, нагрузки там тяжелее, чем в дубле были, поэтому физически сегодня был готов, думаю, хорошо. Как бы сил хватило на один тайм хотя бы, вот, так что хорошо себя чувствую. Сегодня, как это ни странно, да, ты играл защитника, но самые опасные моменты, пожалуй, у тебя были там два удара. Ты показался немножко даже растерялся, да, что мяч так удачно пришел. Ну, да, я как бы думал, что мяч до меня не дойдет несколько раз, но в итоге получилось так, что через группу игроков мяч пролетел, и я не успел сориентироваться, вот, хотел пробить в угол, а получилось по центру в руки вратарю. Сегодня игра какие эмоции оставила, такая на три исхода, и соперник имел хорошие возможности, мы могли забить, есть досада? Конечно, есть досада, всегда хочется выигрывать, поэтому ничья нас не устраивает, нам надо было только выигрывать, вот, поэтому, как бы да, могли пропустить, могли и забить, вот, так что, думаю, в атаке надо было чуть поагрессивнее можно было сыграть, там накрывать их сразу на их половине, вот, ну, команда неплохо сыгралась, такая боевая ничья, можно сказать. Команда отдала все силы, которые, может, где-то удачи нам не хватило. Вот, а так, самоотдачи, никому претензий, думаю, не будет. Краснодар наряду с Крыльями – это самая молодая команда чемпионата, вот именно молодежного. Можно какие-то особенности выделить именно у этого соперника? Вот есть отличие играть там, с другими командами, которые на 2-3 года поопытней, и вот с такой же молодежью? Ну, я не думаю, что прям сильно отличие у них, конечно. У них хорошая академия здесь создана, и как бы они неплохо так держат мяч. Ну, так же, как и там любая команда, «Динамо», «Спартак», могут также хорошо из атаки, из обороны в атаку выходить, через там пас спокойно контролировать мяч, так что очень тяжело с ними играть. Вот. Такие обычные ребята. Дома все время играем на синтетике, тренируемся на синтетике. Здесь идеальный, кажется, со стороны газон, но натуральный. Вот приходилось ли к нему привыкать и вообще какие впечатления от поля? Ну, привыкать, как бы, мне лично мне не особо приходилось, ну, долго, вот, потому что я тренировался на составе, мы тренировались на настоящем поле. Вот, а так, да, я слышал, ребята говорят, что тяжело было после синтетики переходить на это поле, тяжело дышалось, бегать было очень тяжело. Читатели твоего твиттера уже ознакомились с твоим мнением об игре? Нет, еще не успел. Скажу, ну, спасибо ребятам за самоотдачу, за то, что проявили характер, можно сказать, в обороне хорошо отыграли, что немаловажно, потому что «Зенит» там 3 пропустили в самом начале, а здесь собралась команда и на 0 отыграли в защите, думаю, это заслуга всей команды. 140 знаков, это сложно вместить. Ну, в 2 твита получится.